Всем доброе утро, дорогие мои. Ну вот уже 9 утра. Сегодня у меня завтрак. Как и положено, рыбный день, четверг. Сегодня 9 июля 2020 года. У меня уха. Вот смотрите. Вот. Из сазана. Вот так что вкуснятенько. Вот. Вкуснятенько. Вот. Так что сегодня рыбный день. А уху подают, обычно, сами знаете, вот, укропчиком, вот, заедается оливочками, вот таким прекрасным хлебом, вот огурчиком, помидорами, прикуску. Не обязательно делать салат, можно вот так вот, просто свежаком, вот. Ну а на десерт вот фрукты. Сегодня у меня абрикосы, вот они, смотрите, золотистые, вкуснятенько, медовые. Вот, так что, вот такой сегодня завтрак в онлайн-ресторане Ахмеда Зурабова. Так что, сегодня четверг, рыбный день, давайте не будем, как говорится, пока есть у нас силы, возможность. Вот, четверг объявляем в нашем канале рыбным днем. Готовьте тоже рыбные блюда. Любые блюда из рыбы, вот. Можно рыбу фаршированную, щуку фаршированную, вот, судака, вот, любую рыбу, вот. Так что рыбный день есть рыбный день. Наши предки это сделали, и мы должны пока живы продолжать те традиции. Пока, ну, есть пока возможность. Всех вам благ. Хорошего дня и хорошего четверга, дорогие мои. Будьте здоровы!